Приветствую всех на нашем канале. Привет. Сегодня мы находимся в городе Муром. А сколько городу? Там написано 1157 лет. 1157 лет истории. Тамбовская Веста СВ находится в городе Муром. Вот памятник Мурому. Слышны колокола, может быть, будет слышно, вон там церковка находится. И тут у нас набережная. Сейчас прогуляемся по набережной, посетим памятник Илье Муромцу. Ну вот, сама и надпись. Мурому 1157 лет. А сейчас мы направляемся к памятнику Петру и Февронии Муромских. Во многих культурах это считается как символом жизни. Даже в нашей стране. Сейчас ребята сфотографируют. Муромский котик, муромский. Ты не Муром случайно зовут? Ой, красавчик. Красавчик. Мы решили зайти в сувенирную лавку и посмотрим, что там у нас есть. Вантовый мост. Как раз по нему мы должны ехать в Нижний Новгород. Муром. Муром. Красивые древние истории. Русской истории. К сожалению, по времени у нас ограничено поездки выходного дня. Основной задачей был посетить Нижний Новгород. Поэтому сейчас из Мурома мы направляемся в Нижний Новгород. Где-то в преддверии Нижнего Новгорода. Осталось где-то порядка 90 километров. Уезжаем в город Хороховец. Вот такая стела. Нижний Новгород. Вот мы уезжаем в Нижний Новгород. Город нас встречает дождем, как всегда. Юр за рулем. И все прекрасно. Торговый центр Республика, мегаполис. ЖД вокзал, да, мегаполис. Как это правильно говоришь, мегаполис. Но мы опять ничего не увидим, из-за перил нас ставят от плавого. А вон там дом, свечка виднеется. Это вот в ту сторону как раз мы пойдем, набережная Федоровского. Сейчас, может, повыше поднимемся. Но по этому мосту, кажется, ездили два парня. Помню по кличкам из фильма «Жмурки» на BMW на черный. И может быть на том, на следующий.
нас метромост. То есть не у нас, в смысле, в Нижнем Новгороде. Это метромост, по-моему, называется. Как по карте смотрели, метромост называется. Георгиевская башня. Нам предстоит нелегкий подъем наверх от катера героя. Оттуда мы пришли, это улица Большая Покровская, Нижегородский Арбат. В Нижнем Новгороде имеется своя там бобчанка. Территория Кремля, и тут пошел небольшой дождик. Здесь военные техники, сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь у нас есть. Еще одно из заключенных мест Нижнего Новгорода. Хотели мы сходить еще в парк Победы на выставку военной техники, но уже устали, что-то стало холодно. На этом наша экскурсия, наверное, подходит к концу. Возвращаемся. Выезжаем из Шато Сити. Отдохнули, переночевали. 10-часовой сон пошел нам на пользу. Мы все еще в Нижнем Новгороде. Интенсивное движение. Мне кажется, вот чем больше город, тем более агрессивное движение, что ли.
Больше машин, разумеется. Чем больше город, больше машин и более агрессивный стиль вождения. Не то, что там прям нахуй режут, подрезают, просто интенсивность движения, вот, жу-жу-жу, быстрее-быстрее, да. Ну, конечно, здесь и количество полос больше. 3-4 пока на больших улицах видим. Так, мы сейчас в Арзамасе. Не сказать, что маленьких городов, вот опять же со своими строениями, культурой. Очень интересно посмотреть. Прямо направо. Направо. Поверните направо. Прямо. Много старых. Старых строений таких. И очень плохие дороги. Точнее сказать, как плохие. Едешь, вот и прям сегодня дороги яма. Глубокая и большая. Таких очень много попадается под колеса. Поехали мы с Доброй Надежды. Населенный пункт какой-то. После Сасова. Как ехать в сторону Шацка. Дорога вообще абсолютно закончилась. Блядь, ничего есть. Это вообще жесть. Сплошные ямы. Посмотрим, что будет дальше. Вот все, вот, я думаю, было видно. Thank you.